Всем доброго времени суток, с вами Лесна Рос. Мы вернулись в Little Nightmares 2. Представляете, как долго мы ее уже с вами проходим? Дело в том, что я сегодня видела, что в игре вышло обновление, прикиньте. А знаете что? Скорее всего, это обновление починило застревающую учительницу. А знаете что? Мы уже это прошли, поэтому нам плевать. Короче, мне сказали, что я все правильно делаю. Абсолютно правильно, просто, ну просто криворукая, вероятно, или что-то пошло не так. Мне сказали, мол, не расстраивайся, ты не одна такая, я думаю, ну ладно, а вдруг с первого раза пробегу, ну бывает же в жизни совпадение. Давайте попробуем пройти это с первого раза просто, да и все. Ну видишь, не получилось, но мы пытались, главное, мы пройдем этот сегмент, там сказали, еще будет два больших крупных врага. Короче говоря, просто что, ну просто делаем одно и то же, очень жаль, что мне не повезло, и сейв был там, ну, без молотка. Каждый раз приходится его таскать. А как-то можно исправить эту ситуацию, чтобы я каждый раз этого не делала, нет? Это же долго и нудно. Ну почему? А еще при каждом беге почему-то вибрирует контроллер. Так и было всегда. Как первый раз играю, ей-богу. Так. Давай, девчонка. И ты. С тобой всегда не получается. Я не знаю почему, просто не получается и все. Интересно, я тут опять на 30 минут или все-таки в этот раз получится? Короче, я поняла свой главный фейл. Парень, я парня пытаюсь бить под ровным углом, а это так не работает. Он все равно наискосочек чуть-чуть падает, понимаешь? Он чуть-чуть наискосочек на меня нападает. Он еще любит, он еще вот так вот бегает. Короче, конечно, место довольно кончено. Ничего не поделаешь, ну, поэтому мы будем просто стараться пытаться. Мне просто интересно, сколько остальные потратили на эту попытку. Я что, одна так долго? Ну, кто-то говорит, что не одна. Но я, как бы, чтобы себе не спойлерить, решила не смотреть. Не знаю, как там другие проходили. И все ли застряли на этом моменте, как я. Хотелось бы верить, что я такая не одна. Надо тактику выработать. Мне кажется, я просто что-то неправильно делаю. Мне кажется, надо направлять молоток в момент удара, видя, в какую сторону делать. А я пытаюсь наугад как-то ударить. Видимо, поэтому ничего не получается. Ну, с пацаном мы справились, но это еще не... Это еще надолго. Почему это такое сложное место? Там дальше тоже таких мест полно. Я не хочу жить эту жизнь. Что такое? Почему так сложно? Должно быть чуть проще все это. Ну-ка, давай. Хорошо. Хорошо! Молодец, Ксюш, молодец, молодец, молодец. Давай, выпрыгивай, ублюдок. Давай, из какого-то из шкафов. Вот из этого. Не в это время, не в этот момент, не в эту секунду, не в этот час я это сделала. Ну-ка, побежали. О, наконец-то я справилась с этими двумя. Осталось разобраться, как разбить вот этого пацана. Этот уродец меня прям с ума сводит. Вот в этом шкафу. В каком шкафу он сидит? Вот в этом. Вот! Ну, пожалуйста, да! Ребята, я так счастлива сейчас! Не-не, давай ты возьмешь. Нафиг надо, вот... Господи, сейф? Спасибо, игра. Я понимаю, слушайте, одно дело, когда ты застреваешь на загадке, ты не можешь понять, как ее пройти. Другое дело, когда ты просто не можешь попасть. Это просто чудо какое-то, честное слово. Хорошо. Все, просто заходим. Так, они подвесили девочку. А, это моя девочка! Ой, мы поняли, хорошо, надо взять с собой, да, надо палку взять с собой, хорошо, палку-копалку берем с собой. Так, берем с собой. Так и знала, что она мне еще понадобится, пойдем. Так. Главное попасть, ребят, как говорится. Yes! Так, девочка, что с тобой делать? Ты застряла, хорошо, больше здесь никаких сюрпризов. Мне это прям разбить. Капец, она головой-то не шмякнется, все мозги-то порастеряет. Что ж потом делать? Ой-ой-ой. Ну, вроде с ней все хорошо. Удивительно, что она себе голову не расшибла. С такой головой надо в американский футбол играть, понимаешь? Она вон какая крепкая у тебя. Вставай, я твой друг. Я уже прошла весь ад за тебя. Непонятно, правда, зачем они ее похитили, зачем этим детям вообще, в принципе, она понадобилась, я не знаю. Что, мы выходим из школы-то в итоге?
Так, я одна не подниму, поможешь? Все, давайте уже закончим с этой чертовой школы. Все, хватит, хватит, с нас довольно. Так, это, надеюсь, проход... Нет, это все еще школа, блин. А может, не школа? Пианинка на веревочке? Что это может значить? А, может, нам наверх просто? А, вижу рычаг. Подожди, дай пройду. Тут ничего больше нет? Нет, ничего больше нет. Так, все хорошо. Хорошо, что она быстро оклемалась. Какая крепкая девочка. Я тебе говорю, надо в американский футбол ее отдавать. Причем срочно. Мы либо сейчас проломаем пол, либо... Не пойму, зачем мы это делаем. Наверное, пол проломать. Проломить, точнее. Сейчас на максимум поднимем и отпустим. Ты, главное, туда не беги. Молодец. Что? А куда ты? А зачем тогда мы роняли его? А, прыгаем вместе. Ой, блин, ну это небезопасно. Вообще-то надо одновременно, если я правильно понимаю, если мы подпрыгиваем, мы не должны прыгать поочередно, мы должны одновременно подпрыгивать. Так, мы все еще в школе, ну ясно. Так, ключик туть. Дорогая, кажется, я пойду без тебя, потому что мне нужна твоя помощь вот здесь. Подкинешь меня наверх? Блин, теперь все так странно, учитывая, что она меня подкидывает. У нее крепкая голова. И все такое. Так, а как должна я с ней справиться? Может попросить мелкую, да, отвлечь? Боже, какая она сообразительная. Собрали, собрали ключ. А, да-да-да, поубить. Ой, в смысле, не убить, помочь освободиться. Конечно же, не убить, что я такое говорю? Помочь освободиться от школьных занятий. Я сделала. Шестая, мы гении. Так, все. А, я запрыгну здесь? Не запрыгну. Может, все. Хорошо. Так, мне сказали, что тут еще два будет монстра. По идее, училка, какой-то лесничий, городичий, еще кто-то, в общем. Не помню, кто. В принципе, монстры здесь не проблема. Основные имеются, ну, как мы их называем, боссы. Это, хотя и не боссы. Так, смотри, еще один уродец. Не смей его отвлекать раньше времени, хорошо? Я сама справлюсь, я клянусь тебе. Ой! Ой! Ты чё? Я тебе говорю, в американский футбол надо! Но это стрёмно. Я думаю, наш мальчик должен был испугаться. Наш главный герой. Можно меня не обнимать, ладно, если что? Даже если что-то супер хорошее произойдет, пожалуйста, не обнимай меня. Ладно, я не готова умирать. Не стоит. О, боже. Я думаю, мы уже начинаем с вами догадываться, что с ней что-то не так. Но главный герой, наверное, этого не знает. А может быть и знает. Может, с этой целью и спасает. Мы не можем быть уверены до конца. То есть у меня теперь есть супероружие в виде девочки. Угу. Тут играть на пианино. Подкинешь меня, кстати? Не подкинешь? Не подкинешь. Или тут есть проход, подожди. Честно говоря, плохо видно, поэтому... Ну-ка, залезь. Да залезь, залезь. Ну-ка, оп. Мне показалось просто... А, это картина, мне показался этот проход. Окей, тогда нам наверх. Не знаю, кто играет на пианино. Скорее всего, наша учительница, она же все умеет, понимаешь? И борщ сварить и по морде дать. Так что, в принципе, я не буду удивлена, если это она. Тут сказали, куча коллектаблов есть, и учитывая, что у меня нифига не получается эти коллектаблы собрать, то я половину пропускаю, естественно. При первом прохождении я необычно никогда не особо не бываю внимательной. Я вообще, в принципе, как-то коллектаблам отношусь холодно, я уже говорила вам об этом. Хорошо? А зачем я скинула тогда эту коробку, если от нее... Не понял. Чтобы она могла залезть.
не поняла логики. Может, я не очень внимательная. Что, в принципе, вполне себе подходит как ответ. Ладно, идем дальше. Так, ее бы, конечно, переодеть. О! О, она еще и так умеет, представляешь? Вот это я упала, классно. Вот так она меня не заметит, я хочу удостовериться. Я должна понять логику, куда мне надо. Вижу поворотный механизм. Но она все еще там, она планирует отвлекать, что ли, опять? Мне кажется, шестая способна ей голову свернуть. Кашки-то много ела. Мне кажется, за этой штукой можно прятаться. Вам так не кажется? Ну, сейчас посмотрим. У меня есть подозрение, что можно... Спокойно, мы просто тихонько ждем, она там записывает ноты. Малой даем спуститься. Сохранились. А, еще спустить тебя, прости. А, еще-то я тебя не спущу. Все-все, понял, принял. Пока играет, делаем действия. Пока она не играет, действия не делаем. Боже, мне тащить этот вонючий ящик? Ты серьезно? Она не услышит? А я думала, у нее глаза на затылке. Спокойно. Какая же она глухая. Шея длинная, а уши-то, видишь, не отрастила. Как у Дамбо. Вот и не получается ничего. Ты с таким слухом вряд ли можешь играть на пианино. Я тебе серьезно скажу. Шестая, если что, кидайся на нее. Просто возьми и кидься. Я тебя не буду осуждать. Сделай вид, что ничего не видела. Так. Ну, этот момент несложный, если честно. Главное, это просто не шуршать. Пока она... А, хрен с ним, можно и так запрыгнуть, я думаю. Музыка еще такая подозрительная играет, как будто она меня сейчас заметит. Вот-вот и заметит. Главное, прямо на нее не прыгнуть. А тут, конечно, фейл будет. Обычно она такая смотрительная, а тут прям что-то бдительность потеряла. Вам так не кажется? Все, шестая, пойдем. Все в порядке. Мы усыпили ее бдительность. Ой-ой-ой-ой! Какая наглая! Это наша личная... Не надо лезть в мое личное пространство. Господи, боже мой, какая молодец. Часто к стоматологу, наверное, ходят, зубы-то какие. Видишь? Все на месте, главное. Я тут. О, у нее нереально длинная шея. Ты посмотри, до сих пор удлиняется. Мне бы такой скилл на контрольных, чтобы списывать. Когда в школе училась. Или даже в универе. Мы вышли из школы, мы туда больше не вернемся, я надеюсь. Это все, это конец, конец школы, до свидания, следующая локация. Пойдем за ручку. Я знаю, тебе холодно, но нам надо торопиться. Кстати, не очень поняла, зачем, в принципе, брать за руку. Возможно, чем чаще мы берем за руку, тем добрее она становится, я не знаю. Давай-ка пройдемся чуть дальше. Если тут можно как-то пройтись. Возможно, здесь можно вот залезть, смотри. Нельзя? Блин, а выглядело как можно. Жаль. Блин, не знаю, как туда залезть, ей-богу. Если бы она за мной шла, было бы хорошо. Но она за мной не идет, а ну... Без нее я там не пролезу. Ну ладно, значит, без пасхалки, видимо, остались. Я не знаю, есть ли там пасхалка, но мне кажется, что какая-то да есть. Может, какие-то шумы или вот помехи вот эти. Ну, ничего я поделать сейчас не могу.
Все, мы покинули школу, какое счастье! Без этих раздражающих фарфоровых детей мне станет гораздо легче на душе. Кстати, чьи-то ботинки висят на... Видишь? А мелкая как раз босиком. Может, для нее ботинки достать? Я, правда, не уверена, что это можно сделать. Вряд ли он карабкается по стенам. Ну да. Ну ладно. Все, вот не поймешь, к чему это все. Вот эти вот пустые костюмы. Блин, я тебе говорю, 100% там как-то можно залезть. Я вот не понимаю, как. Это так странно. А что, это можно подвинуть, да? Нет, нам надо залезть наверх, закрыть крышку. Блин, если кто-то знает, как там залезть дальше можно, я бы с удовольствием послушала. Что я почти уверена... Не, он сразу спрыгивает. Так, ну-ка, как-то перевернуть тоже, да, нельзя? Терпеть не могу, когда заметила какую-то типа пасхалку, и не могу ее взять никак. Ну, там, потому что был сейф именно возле мусорки. Прямо на мусорной крышке был сейф, поэтому я и подумала, что что-то можно сделать. Но отсюда я не уверена, что можно залезть. Нет, тут что-то не так. Тут что-то не так. Почему он только вот сюда не залезает? Я думала закрыть крышку, прокатить дальше, но это не работает. Она двигается вперед. Это что? О, боже. Клянусь, мне это даже в голову не пришло. Я серьезно, мне даже это не пришло. Я бы даже об этом не подумала. Ладно, все в порядке. Ух ты, нифига, а мы так не залезем. Слушай, дорогая, а может все-таки попытаемся? Давай, вот на себя и чуть правее как-то. Вот так. Может, так хватит места, а то что-то мне не получается. Не допрыгиваю, далековато как-то. Ну-ка. Слышь, все лучше, чем драться с этими уродливыми учениками. Вот крену загадку эту, на которую я застряла на 10 минут. Вообще мелочь. Хотя это даже была не загадка. Я просто не думала, что он взад-вперед ездит. Ну, вот такая я сообразительная, да? Вот такая я, ну, вот так. Опа. Собрала. Хорошо. Не знаю, зачем это. Вроде как для концовки, но если артефакт надо собирать для концовки, то это булчит. Я не люблю, когда так делают. О! Смотри. Наденешь пальтишко? Ну все, вот и шестая готова. Даже не пришлось прикладывать никаких усилий. Все, рождение шестой. Официально объявляю все это открытым. Боже мой. Так, тут гномики нарисованы повсюду. Все ясно. Короче, она вообще не оттуда, видимо. Была это шестая. Это просто совершенно случайно на корабль попала... Маленькая страшная ведьма, которая жрет людей. Беньк. А прыгни на него. Простите, посетители. Мы спырили ваше пальто. Если вы не придете, мы вам за него и не заплатим. Значит, оно наше. Тут и нет никакого стекла. Господи, сегодня я какая-то внимательная, просто... 10 из 10, как говорится. Так. Ну что, очевидно, нам сюда, да? Понятно. Подбрасывай меня. Так, а я, наверное, просто тебя смогу впустить, правильно? Ну да. Так, подожди. Тебя одну не брошу. Сейчас. Раз. Заходи. Я веду тебя к новым опасным приключениям. Ты готова? Монстры ждут нас. Как знаешь, я спасла шестую, предлагала ей приключения, на деле тут сплошные монстры, странные непонятные дети и сплошной кошмар. А еще дождь. Ой-ой-ой, это окровавленный бинт. Прекрасно, мне это уже нравится. Подожди, это больница?
Нет, только не больница. Я больницы не люблю, особенно в подобных играх. Это вызывает у меня сразу какие-то неприятные флешбеки. Только не больница. Только не больница, только не больница. Больница, да. Ну, писец, мы попали, дорогая. Угу. Отлично. Зашибись. Смотри, какие замечательные следы от варенья. Тут сидит, смотри. Ну, либо это опять набитая кукла, либо... Так, зайти сюда все равно нельзя. Ладно, шестая, ты как себя чувствуешь? Нормально? Готова сделать парочку прививок? Нет? Очень жаль. Так, мне просто уже интересно, кто здесь главный враг. Оу! Сумасшедший вот кто. Хорошо, собственно, не на меньшее я и не рассчитывала. Так, мы поняли, что это прям какая-то самоотверженная, но подожди, меня-то. Здесь я шевелю мозгами. Ты еще малая слишком для шевеления мозгами, понимаешь? Блин, она такая сообразительная, что аж страшно. А чё ж ты сама тогда не выбралась от этой... Не учительницы, а от лесника, кто там был? Ну, этот криворукий охотник, которого я подозреваю, мы еще увидим. А, лесник, это он и есть, дровосек или лесник, это он и есть, вот этот криворукий, к которому мы вначале сбегали. Круто. Кнопка? Надо нажать. Или кинуть что-то в кнопку. Если это кнопка, я не знаю. Проверь. Еще бы немножко избавиться от косоглазия. Как раз в больницу пришли. Это не нажимается, ладно. Но откуда я знаю, кнопка это или нет? Здесь определенный стиль. Я могу это просто взять, и дверь закроется, правильно? Замечательно. У шестой грубая сила, у меня мозги. Мы отличная команда. Точно, дело-то в этом. Мы шикарная команда. Я думаю, она вон всех крошит. Я боюсь, нам надо поторопиться. Ну, да. Поторопились. Ну, слушай, ну, не надо только говорить фразу «Мармока, мозги, это, возможно, не твое». Я не специально. Я как бы... Я не знала, что этот лифт настолько неустойчивый. Понимаешь, это только в фильмах они сразу падают вниз. Ну и в играх, естественно. Очевидно. Вставляй. Быстрей! Хорошо. Оно еще так эпично в слоу-моушен проехало. Иногда я задаюсь вопросом, кто из нас кого куда ведет. Она меня или я ее? Очень сообразительная девака, знаешь ли. Знает, чего хочет. О, фонарик, класс. Это прям то, чего мне не хватало. Ага. Так, ну, повсюду глазенки. Но это как я люблю, если честно. Сейчас нам придется вырубать с вами фонарик. Это очевидно. Если у нас есть фонарик, который можно выключить, значит, его надо будет включать. В общем-то, я привыкла к этой науке в данных играх. О, так. Взяла опять, не знаю зачем. Так, ой, тебя что, слепит? Прости. Ну, сейчас мы познакомимся с обитателем этого места. Я в этом уверена. Не знаю, как ты. А я так точно знаю, что... Это ты? Ну, шестая, ну под ноги-то смотри. Хоть и фонарик у меня. Может, у нее глаза кошки. Я же не знаю. Блин, и так ничего не видно. Теперь еще втрое ничего не видно. Есть подозрение, что я это уже где-то видела. Это проход дальше? Нет, здесь просто закрыто. Вы сказали постараться хоть что-нибудь проверять? Ну, я и стараюсь.
Я все еще надеюсь на хорошую концовку. Если их тут несколько, я хочу хорошую. Давай как-то не будем торопиться. О, мы как раз идем ко врагу. Ага. Так, тут пока никого нет. Хочешь колы? Не. Боишь? Ну возьми. Да ну возьми. Ну Гена на. Гена на. Нет? Ну ладно. Тогда останется мне. Шлабах. Блин, как я раньше не замечала, что когда можно куда-нибудь кинуть предмет, он как бы делает вот так. Знаешь, он как бы готовится к прыжку. И я не особенно сообразительная, мы это поняли. Можно что-то нажать. Сделать. Ничего нельзя, ладно, пойдем дальше. 249. 249 пациентов приняла эта больница. О, мое любимое, телевизор. Так, надеюсь, в этот раз мы хоть чуть-чуть подальше пройдем. Давай, 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 хоть чуть-чуть подальше к двери к этой пойдем, потому что в финал игры мы зайдем в эту дверь. Очевидно. Возможно, помехи помогают нам продвигаться дальше. Давай. Мы хотим попасть в этот коридор очень отчаянно. Так, давай. Что-то я не понимаю, как это работает, да, вероятно? Все, опять, опять возле этой двери. Я не вижу, чтобы мы приблизились хоть на сантиметр к ней, понимаешь? Меня сразу выкидывает обратно. Я никак не могу до нее добежать, вот что я понимаю. Я никак не могу до нее дойти, прям где-то на середине пути в прошлый раз меня выкинуло. Видишь? Вот никак не могу, вот никак я туда не добегаю. Ты что такое? Ты, она как-то от меня так и шарохнулась, ты мне боишься? Ты не бойся, ну все нормально будет. Оу. Какая милая больница с милыми людьми, с милыми конечностями. Так, нам нужны явно вот две эти энергоячейки, типа того. Окей, давай смотреть, что тут есть. Так, медведь сожрал ключ. Сфотаешь меня? Ой, а что мы делаем? Подожди. Что за два милых скелетика? Я ничего сейчас не поняла. Что это означает? Так, медведь сожрал ключ. А зачем ты взяла игрушку? Хоть шуточку? Так забери, ладно тебе, бози ты мой. Кто ж тебе запретит? Так. Ты схавал ключ. Говорят, что ты. В уточке? В уточке что-то есть? Не понял, подожди. И что? В уточке что-то есть, вы видели? Бля, это разве был не медведь? Вы что, мне каждую теперь таскать? Ну, нарисован же именно медведь был. Нет в нем никакого ключа. Она мне что-то пытается сказать с этой уточкой, я не понимаю, что. Ну да, 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 я вижу, вижу, вижу. Внутри что-то есть. Но ты мне отдашь эту уточку? Нет, она мне ее не отдает. Тогда я возьму тогда ее. А зачем ты мне ее показываешь? Сейчас я вот так вот закину, пускай вот тут они посидят. Так, раз. О, подожди! Так, убери свою уточку, я нашла ключ. Так, надо как-то достать из него ключ, да? Мне нужно найти ШТО-нибудь. ШТО-бы. Сделать. Включи мне лампочку. Включи, я посмотрю. Давай я посмотрю, что там внутри. Ничего нет. А так есть. Механизм, что ли, светится? Ладно, не знаю. Может, на лифте проехать? Может, какой-то нож дадут? Ножницы или что-то подобное? Потому что я, ну, ему надо брюхо вспороть. Очевидно, шестой я могла бы объяснить, она бы своими силами разорвала, но почему-то она этого не делает. Странно так-то. Так, давай включать фонарик.
Хорошо, тут есть крюк. Вот. Прости. Ну, крюк, крюк. Ну, крюком разве не разрезать? Не знаю, ладно. Мы поняли. Все, мы поняли. Все ясно. Спасибо за намек. Тащим игруху с собой. То есть мы просто сожжем. По хардкору, по брутальным. Просто сожжем игру. Такой подход меня тоже вполне устраивает. Мне кажется, она утенка таскала по собой просто так, потому что у нее не было игрушки. Я думала, в утенке что-то есть, а на самом деле, мне кажется, дело не в этом. Пойдем. Не грусти, будут у тебя игрушки. Ты будешь играть человеческими жизнями. Или что-то типа того. Или примерно как-то так. Все, сейчас этого зайца берем, сжигаем, открываем ключик. Ключиком. Ну все, мы явно здесь надолго в этом сегменте. Может, на пару часов, наверное, я так понимаю, на пару серий мы в этом сегменте. Так. Медведь. Вам туда. Только не грусти, шестая, что мы жжем медведя, ладно? Жизнь вообще несправедлива, как говорится. Так, что тут? Включи-ка свет. А так, на всякий случай. Тут чья-то рука. Наверное, не настоящая. Я думаю, что да. 100% не настоящая. Откуда здесь настоящая рука в настоящей больнице? Бред все это какой-то. Это правильно. Медсестры показывали практикантам на искусственном, понимаешь, человеке что-либо. Это не настоящая рука. Забудьте. Пойдем, пойдем, пойдем за мной. Подожди, а нахрен мне этот ключ? Прикинь, я... Я даже эту дверь не видела. Я просто искала ключ, не зная даже откуда он. О, ноги. Но это тоже не настоящее. Я думаю, студенты практиковались на этих руках. Не уверена. Да точно-точно тебе говорю. 100%. Ёшкин крот. Ну так это и не настоящие руки, ребят. Ну я же, ну так и говорил. Оп. Слушай, шестая, тут есть утенок. Хочешь, я его достану тебе? Тебе надо? Ну смотри, классный. Больше, чем тот. Не хочешь? Можно схватить этот ящик? Ладно, нельзя. Ну, главное, мы нашли пасхалку. Остальное нас не волнует. Поможешь? Может быть. Не поможешь, ладно. Значит, нам не сюда. Ну вот и все, а вы боялись. Тут, вон, видишь, тут даже пираты лечились. Это же самое главное. Значит, это хорошая больница. И, возможно, отсюда выходили лучшие пираты. Хорошие, добрые. Все дела. О, нет, рука-то человеческая. Да нет, нет, не настоящая ткань. Тебе показалось, ничего этого не было. Это такая же... Это такая же искусственная рука, как и любая другая искусственная рука здесь. Ну его нахрен просто, да, в эти моменты. Да хорош, а? Что тут происходит? Так, а шестая типа что, решила со мной не идти? Это что, я одна должна проходить? Я получила хэдкраба. Хэдкраба в виде руки. Ясно? Так, мне кажется, здесь надо просто убегать. Блин, это рука? Падла, куда мне? А как, куда мне? Мне на сетку. Давай, обману тебя. Тебе в эту сторону, я сюда собираюсь. Я стопудово тебе говорю, сейчас сюда спрыгну. Бежим! Бежим!
Все, слава богу, пошла нафиг, уйди отсюда. Господи. Мне еще что, не хватало бы, чтобы за мной руки гнались. Ты от меня отстанешь? Пожалуйста. Руки, ноги, руки, ноги. Чё за... Ой-ой-ой. 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 Ну, понятно, все. Ну, все, приехали, Лариса, выходим. Наша станция... Обоссакушки. Ой, май гад. Перестань, какая же ты прыгучая падла. Боже. Я даже не успеваю подумать, куда мне идти. Так, ну от этой руки хотя бы легко увернуться, и то спасибо. Давайте скажем на это спасибо. А, мне наверх, господи, зачем я спрыгнула-то? Мне же сюда. Все, она будет меня преследовать вечно. Спросишь, нахрена? Я не знаю. Так, я тебе сейчас, знаешь что? На! Пошла нафиг! Ага! Все, сейчас я тебя отомщу! Падла такая! Ух! Ой, хоть по руке я не промахиваюсь, это спасибо! Все! Все? Слава богу, наконец-то! Знаешь что, я просто ухожу отсюда! Понятно тебе? Шестая! Подожди, я здесь. Шестая? Шестая, спасибо за помощь. Никакую. Я велико благодарна тебе. Я могу открыть эту дверь, или она меня там ждет? Дорогая, ты здесь. Дверь открой. Аль, ты хочешь, чтобы я этим разбила? Ну, допустим. Шестая! А где шестая? Я что-то не пойму. Ты что делаешь? А ну, брось! Ты факт сложи... О, она просто сломала все пальцы. Понятно, ясно. Увлечения у девочки странноватые. Сказать, что она меня немножечко напрягает, это ничего не сказать. Реально странная девочка. Не прям... Фу, хорошо, один сделали. Так, ладно, все, ребят, на этом надо заканчивать, это уже довольно долго стрим. В следующий раз продолжим тогда проходить эту, я не знаю, что это, больница, возможно, это не больница, возможно, ну, похоже на больницу, где кто-то устроил мастерскую из различных частей тела. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете про шестую в этой части, дальше ли будет она меня так сильно же криповать, как сейчас, потому что выглядело это неприятно. Ну и странновато, ну и немножко... пугающий, вообще какая-то она странная. Пишите просто об этом в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Ну а мы с тобой увидимся в других роликах.